Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Книга джунглей». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Воды слонам», 2011 год. Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяются к Бензини Бразерс, самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Восстание планеты обезьян. Молодой ученый испытывает на обезьянах новое лекарство от болезни Альцгеймера. У препарата обнаруживается удивительный побочный эффект. Он повышает в несколько раз интеллект приматов. Анаконда 2. Охота за проклятой орхидеей. Научная экспедиция, спонсируемая фармацевтической компанией, отправляется на остров Борнео на поиски загадочной черной орхидеи. По преданиям, этот цветок обладает невероятными качествами. Он продлевает жизнь и возвращает молодость. Слухи оказываются правдой. Цветок существует, придает силы и продлевает жизнь обитателям джунглей, в том числе и анакондам. Эти исчадия ада стали невероятно быстрыми, дьявольски изощренными и достигли невероятных размеров. Теперь попавших врасплох путешественникам предстоит найти выход из лабиринта тропических лесов и избежать встреч с их гигантскими обитателями. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!